Здравствуйте, меня зовут Наталья Лисовая, я врач-кардиолог. И сегодня мы поговорим о том, что такое мерцательная аритмия, чем она опасна. Мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий – это нарушение ритма сердца, которое сопровождается частым и хаотичным сокращением мышечных волокон предсердий. В результате работа предсердий является некоординированной и не составляет единое целое. При этом возникает эффект мерцания тканей. Утрачивается эффективное сокращение предсердий, развивается застой в полостях сердца. Эти и другие факторы создают условия для внутрисердечного тромбообразования. Фибрилляция предсердий является самой распространенной аритмией. И она возникает в 10-20 раз чаще других аритмий вместе взятых. Данной патологии подвержены люди обеих полов и разных возрастных групп. Но с возрастом частота этой аритмии увеличивается и достигает 5-6% у людей старше 65 лет. Причины возникновения мерцательной аритмии. Это ишемическая болезнь сердца, это некоторые пороки сердца, это алкогольная кардиомиопатия и другие возможные кардиопатии, артериальная гипертензия, заболевание щитовидной железы, климактерический синдром. Если вы знаете или подозреваете наличие данных заболеваний у себя, вам необходимо проходить регулярный медицинский осмотр. Об этом мы поговорим в следующий раз. Будьте здоровы!